Иосиф с пречистою девой стучались во всякую дверь, с надеждою в сердце и верой найти свой приют у людей. Им не было места под кровом, никто не желал их пустить, и ночь их накрыла покровом, в яслях суждено ей родить. Зашла звезда над Вифлеемом, родился на земле Христос, и воссиял во всей вселенной тот свет любви, что Он принес. Лежал пеленами повитый младенец смиренный в яслях. Вот тайна рождения открыта в пастушечьих чистых сердцах. Спешат на поклон они к Богу, с дарами волхвы подошли. Все Господа славят, как могут, звезду небеса им зажгли. Зашла звезда над Вифлеемом, родился на земле Христос, и воссиял во всей вселенной тот свет любви, что Он принес. Пришел искупить грехи наши Господь воплощенный в Христе, и Он не отверг горькой чаши, распят был за нас на кресте. Своим показал Он примером, как жить надо ради других, чтоб каждый с любовью и верой небесного царства достиг. Зашла звезда над Вифлеемом, родился на земле Христос, и воссиял во всей вселенной тот свет любви, что Он принес. Зашла звезда над Вифлеемом, родился на земле Христос, и воссиял во всей вселенной тот свет любви. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Лилия Евсеева и Светлана Шипицына. Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы поздравить всех с Рождеством. Вы сегодня такие нарядные. У меня даже елочка есть здесь в запасе. Красивая. Вот, поставлю сюда, чтобы она напоминала нам в этой передаче о Рождестве. Вот, и хотелось бы узнать, как это все получилось. Здравствуйте, дорогие телезрители, братья и сестры. Действительно, пути Господни неисповедимы. И на пути такого уже служения, которое длится почти 6 лет, я у Господа много просила помощника. Помощника, но помощницу. Вот. И это чудо произошло, поскольку здесь не только важно еще и музыкально попадать, нужно быть по духу едиными. И это большой подарок свыше. Голь на выдумке хитра. Песен написанных много новых, но возможности записать, сделать аранжировки. Сегодня, конечно, это очень тяжело. И вот благодаря
музыкальным способностям Светланы. Мы стараемся песни вот как-то так вот музыкально их оформлять, давать им жизнь. Может быть, не все песни в таком формате получаются. Остаются те, которые все-таки требуют своих таких вот решений в плане аранжировок. Но живые инструменты, живая музыка, подпевки, вокал, и иногда даже мы стараемся вместе петь. Вот сподвели к тому, что родился дуэт, который... И название тоже как-то так пришло, вот знаете, так спонтанно. Неожиданно, спонтанно. Сестры. Сестры. Mm. Дуэт сестры. Светлана, что вы скажете? Как это... Я согласна, да. И мне очень приятно работать с, вот как бы в таком формате. Поэтому я рада буду дальше тоже помогать. Очень здорово. Спасибо. А вы сейчас в Петербурге? Где вы сейчас? Ну, пока да. Да, в Петербурге. База, да? База, и, потом... Отсюда. И отсюда да, выезжаете. У нас репетируем мы вот просто сейчас много. Записи делаем. Вот уже 7-й по счету, даст Бог, надеемся, выйдет альбом. И он уже, в общем-то, будет совместный. А-а-а. То есть часть будет сольных таких моих песен. А где вы, интересно, будет... записываетесь? Это секрет? В благословенных стенах Александра Невской лавры. В лавре, что ли? Да. Да? Да. Ого. Все альбомы здесь. Здесь есть очень удивительный звукорежиссер Владислав Штирбо. Да. Мы вот... начинала я с ним, можно сказать, вот с 3-го альбома, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, вот 7-й, уже 5-й альбом мы пишем вместе. Молодцы, молодцы. Очень хороший звукорежиссер. Ага. Ну, я уже знаю, что... Так что, слава Богу, да, да. Такое место, вы знаете, действительно, когда мы туда приезжаем, мы уже с разными бываем музыкантами, даже есть музыканты, которые, в общем-то, и не воцерковленные люди, но сама аура, конечно, и сама обстановка, ну, это же благословенное место, и происходят такие даже чудеса. И с людьми происходит какое-то преображение, и так Господь нас ведет. Мы всегда просим помощи Божьей, чтобы он нас разумел. 7-й альбом. Но вы о нем ничего не расскажете, конечно. Да, это тайна. Да нет, тайны никакой нет. Я просто еще не понимаю, как он будет называться. Вот пока записано уже 5 песен. Он какой-то... И в то же время вырисовываются 4 песни, написанные, посвящаются святым нашим. Это вот и преподобная Мать и Мария, Серафим Саровский, Петр и Павел, и матушка Матрона. Вот такие у нас уже столько. Вот, два монаха. Кстати, мы можем исполнить эту песню. Ну вот я хотел попросить вас, да. Чтобы вы исполнили что-нибудь. Александр Пересвет, Андрей Слява, который для нас является таким примером такой мужества, такой духовной брани, которая продолжается повсеместно. И такие замечательные стихи написал протоиерей Андрей Логвинов, что у нас родилась такая песня «Два монаха». Да, послушаем. Нам летит сквозь годы свет, яркость не ослабя, Александр Пересвет и Андрей Ослябя, Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Два монаха, облачась, как броню молитву, сердцем не ожесточась, поднялись на битву, сердцем не ожесточась, поднялись на битву. Дабы Русь исполнить сил не за злато серги, их на бой благословил преподобный Сергий, их на бой благословил преподобный Сергий. Пали в битве у реки, где не прядва смолка, ратным подвигом крепки, чтоб неправда смолкла, ратным подвигом крепки, чтоб неправда смолкла. Но сильна на нас напасть, каждый, кто толковый, тот ведь бьется и сейчас сечи Куликовой, тот ведь бьется и сейчас сечи Куликовой. Золотой телец орда, властные мамаи, продвигаются.
продвигается беда, силой Русь сломая. Утопает мир во зле нынче в каждой школе, в каждом доме и селе Куликово поле, в каждом доме и селе Куликово поле. Чтоб сходил для нас рассвет, отверзались хляби, сердце будь как пересвет, воля как ослябя, сердце будь как пересвет, воля как ослябя. Жив ты будешь или разбит, враг коварен злобный, главное благословит Сергий преподобный. Главное благословить Сергий преподобный. Ну, вы боевые девчонки. Мы так можем. Я очень рад, что у вас сложился такой дуэт. И дай Бог вам. Ну. Спасибо. Это дает возможность писать в разных жанрах. Вот тоже, да, решение этой песни, оно было такое просто, неожиданное. То есть, когда эта песня была написана, я понимала, что должно быть такое именно народное исполнение. Мне представлялся кубанский хор. Ну, где же его взять, да? На нашем поприще. И вот... На Кубань надо ехать с гастролями. Ну, это хорошо бы. Вот сестры объединились и сделали. Ну, я очень надеюсь, очень верю, что уже это началось с Божьей помощью, что многие песни, они уйдут в народ. Они уже уходят. Вы знаете, и оттуда весточку получаешь, мы там исполнили песню вашу, оттуда, с разных уголков просят даже вот и аранжировки прислать, которые уже готовы. Я всегда делюсь. А здесь такое вот живое исполнение, изложение, оно несложное. Возможно, кто-то вот, глядя на нас, тоже вдохновиться так, и нас будет больше, это будет здорово. Ложится очень хорошо, и запоминается. Стихи хорошие, мелодия красивая, гармония простая. Я думаю, что это... То, что подхватывается. Подхватится. Допустим, мои песни не берутся перепевать кто-то. Пытаются, да? Не получается. У вас уже получаешь наслаждение того, что слышишь. Там другое. Сейчас говорят, харизма. А мы так стараемся поближе к народу. Как один ваш сказал, говорит, вы первая ступенька. Вот первая ступенька, от которой вот народ на пути к Богу вот должен пройти. Говорит, это вот вы помощники это, вот, чтобы встали на эту первую ступеньку. Так что вот надеемся. Ну дай Бог, чтобы так и было. Да. Вот, давайте, ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы побольше попели, вот, может, что-то сразу как-то, да. Да, вот у нас премьера песни, вообще вот эта же песня тоже премьера, мы ее нигде еще не исполняли, потом вот песня, которая сейчас прозвучит, очень интересная, она написана на стихи поэта Александра Круглова. А Александр Круглов это стихотворение написал еще в начале 1900-х годов. Представляете, 1903-й. Вот Серафима Саровского тоже написана песня на его стихи. Открыла я этого поэта совершенно неожиданно. Вышел такой двухтомник о молитвенной поэзии за тысячелетие. Милостью Божией мне подарил его игумен Никольского монастыря на Старой Ладоге, игумен Варфоломей. Удивительный игумен, ему очень благодарна. Когда вот я вошла в монастырь, он увидел меня, он уже знал, что я пою. Он говорит, я знаю, что вам подарить. И вот по 1000 страниц, представляете, двухтомник этот. И очень многие песни родились именно на стихи разных поэтов. В том числе Александр Круглов, он очень был известен до революции. И вот так как мы выросли на стихотворениях там, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, да, дети детские, то вот до революции эту нишу занимал Александр Круглов.
То есть вот на его стихотворениях вырастали все поколения. Почему его убрали потом, после революции? Ну, потому что он был очень набожный человек, и у него все стихи, и все это было неотъемлемо от веры, от Бога, и так воспитывались дети. Угу. Вот. Поэтому, конечно, он еще был критик, публицист, такую очень широкую литературную деятельность вел. И вот стихотворение, которое называется «Молитва матери», оно вроде как оказалось таким простым, но почему-то, как мне кажется, оно очень актуально сегодня. Ведь те матери, которые отправляют своих детей, а дети, которые идут в горячие точки. Вы посмотрите, сегодня мир лежит во зле. Сегодня везде эти пожары, войны. И многие наши русские братья и сестры, они едут туда, где плохо, да, едут, кто-то воюет, кто-то медицинскую службу несет, но чувствует вот эту боль, эту беду всем сердцем. И, конечно, особенно сыновей может защитить молитва матери, матерей, которые молятся о своих детях, которые, собственно говоря, сегодня тоже несут этот жертвенный подвиг. Это в первую очередь борьба за веру. Ведь христиане. Да, да, да. Да. Наша вера. Да, и они отдают, и многие из них и жизни свои, но возвращаются многие, которые вот именно вымолены матерью, и возвращаются с этих войн. Я тут недавно прочла в интернете, оказывается, Василий Ермаков очень интересную такую фразу сказал, что ни один ребенок не пострадал и всегда возвращался домой, если сзади мама его осеняла крестным знаменем. Mm-hmm. Вот такой смысл. Ну, может быть, немножко другими словами, но суть такая, что если мать там вслед перекрестит, то значит все будет хорошо. Молитва матери. Да. Ночь в селении мая, люд крестьянский спит, только в крайней хате огонек горит, только в крайней хате огонек горит. Пред святой иконой ниц упав лицом, молится старушка о сынке родном, молится старушка о сынке родном. О кудрявом Васе, что в чужом краю бьет за Божью веру в битвах кровь свою, льет за Божью веру в битвах кровь свою. Молится старушка, на пол слезы льет. Это ли молитва к Богу не дойдет? Это ли молитва к Богу не дойдет? Крестьянский спит, только в крайней хате огонек горит, только в крайней хате огонек горит, только в крайней хате огонек горит. Хорошая песня. Спасибо большое. Слава Богу. Я как-то успокаиваюсь от ваших песен. Тот духом воспрянут, то успокоюсь. Так вот всю передачу.
Главное, чтобы воздействовал. Это самое главное. Но это не может быть иначе. Говорю, что мне здесь хорошо. Прихожу, поют. Можно поговорить с хорошими людьми. Вот, хороших вещах. У нас вот тоже есть удивительная песня, которую вот, мы уже сделали, включили в репертуар. Она написана на основе молитвы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Вот у него была удивительная молитва, она так и называлась «Молитва архангелам ангелам». И вот на основе этой молитвы мы написали песню, и тоже вот через песню получаем помощь. Вот, от наших и небесных покровителей, и от небесного воинства, от ангелов, архангелов. Хотим поделиться с вами этой радостью. Прежде чем вы ее спели, я хотел бы еще со Светой поговорить. Да. Прежде чем. А то она там молчит, стесняется. Она соучаствует. Да. Вот, просто, Света, откуда ты вообще? Я из Пермского края. Из Пермского? Да, Пермь. Вот, ну, в Петербурге я уже здесь уже давно, вот, поэтому помогаю музыкантам, участвую как-то посильно, вот. Ну, ты, это секрет, профессия у тебя есть какая-то? Ты работаешь или нет? Да, я работаю. Или ты помогаешь? Я работаю, на данный, вот, я работаю здесь, в Александро-Невской лавре. Да. В гостинице. А. И также у меня ученики, частным образом, преподаю фортепиано и гитару. Вот, ну и творческая деятельность вот у нас. Бошка, я уже ее не отдам. Нет, это ты образование-то... У меня музыкальное, высшее. Высшее? Педагогическое, да. А там в Перми... Вот как раз я там и училась, вот. И получается, я поступала еще здесь, в Петербурге, на эстрадно-джазовое, но как бы это незавершенное у меня еще пока. Вот. Ну ладно, перспективы есть. Да, думаю, да. Воспойте песню. Молитва? Да. Архангелам и ангелам. Да. Святый архистратиже, Божий Михаиле, будь победитель всем моим страстям. Святый архистратиже, Салафииле, будь мне внушитель добрым помыслам. Святые начала, архангелы, ангелы, Бога молите о грешной душе. Святые господства, силы и власти, Бога молите о грешной о мне. Архистратиже, Божий Урииле, будь мне просветитель плоти и души. Святый архистратиже, Божий Гаврииле, час моей о смерти ты мне возвести. Святые начала, архангелы, ангелы, Бога молите о грешной душе. Святые господства, силы и власти, Бога молите о грешной душе. Архистратиже, Божий Рафаиле, исцели болезни тела и души.
святый архистратиже Варахиле, жизнь прожить спасенье ты благослови. Святые начала, архангелы, ангелы, Бога молите о грешной душе. Святые господства, силы и власти, Бога молите о грешной, о мне. Святые архистратиже и Егудиле, добрыми делами жизнь мою прослави. Добрыми делами жизнь мою прослави. Упаси Господи. Ну, по сути дела, да, песня-то и должна быть молитвой. Вот в нашей песне, да? В принципе. Да, да, молитва, да, такой дух. Как бы обращение к Богу. Ну, судя по этой песне, да, мне кажется, любое выражение человеческой души, оно должно быть похоже на молитву, да? Да. Или он славит Бога, или он его о чем-то просит, Господи, дай мне там, или он кается, Господи, прости меня грешного. Угу. Вот так вот так, такие три линии, и песенные линии тоже такие же должны быть. Да, это очень хорошо. И вот мы очень благодарны вам за то, что вы объединяете вот нас, мирян, да, вот воцерковленных людей, но мы не всегда можем петь и канонические, да, вот эти песнопения, и вокальные надо иметь данные, и музыкальность нужна определенная. А Бога хочется славить, да? Хочется думать о нем, хочется размышлять, хочется каяться, как вы сказали, молиться. И молиться, да. Ну, я думаю, сегодняшняя передача наша, она как раз подтвердила то, что это нужно. Я думаю, с этим согласятся и телезрители. Я лично с этим полностью две руки поднимаю вверх. Ну, и вот передача наша пролетела, очередная, мы прощаемся. Жалко, что нельзя так более развернутую делать. Ну, с другой стороны, хорошего понемножку. Да, да? Наверное. Так что всех поздравляю, да. И вас поздравляю с Рождеством. Божьей помощи всем. До свидания. Спасибо, Господи. Всего доброго.